Объявляю общую готовность. Ключ на старт. Начинаю обратный отсчет. Шесть, пять, четыре, три, два, один, старт. И Людмила В. смотрели из окна каюты на удаляющуюся землю. «Прощай, земля», — сказала Людмила, а Вера не сказала ничего и лишь молча смотрела вниз. О побеге отсюда мечтал каждый человек, все поколения. Истории революционного движения России прошли через Шлиссельбург. А Николай Морозов, Николай Александрович Морозов, который провел здесь 20 лет и долгое время сидел на каторжном режиме, это полная тишина и абсолютная изоляция, он говорил, что просто невозможно об этом не думать, что ты понимаешь, что это бесполезно, отсюда невозможно сбежать, и все равно в голове строятся планы, совершенно невыносимые, невероятные какие-то планы, как можно отсюда сбежать. На подводной лодке уехать, на аэроплане улететь. Толщину стен посмотрите. В бойнице она очень хорошо просматривается. 4,5 метра. Подъемный мост, ров, который раньше наполовину заполнялся водой. Тяжелые, окованные железом ворота на входе и на выходе башни. И 2 железные опускающиеся решетки. Сейчас в моде экстремальный туризм, и люди просто хотят почувствовать, они говорят, мы хотим почувствовать, что человек ощущает, сидя в одиночном заключении. Мы не можем этого почувствовать. Мы не можем, потому что мы знаем, нас посадили в камеру, мы за это заплатили денежки, и нас выпустят через 2 дня. Вот что ощущает человек, у которого в голове я буду так сидеть всю свою жизнь. Сроки заключения-то у всех были пожизненные. Понимаете, в юности, я тогда была очень юная, мне 17 лет было, я искренне полагала, что все, что человеку нужно, это свободный доступ к информации и уважение к человеческому достоинству. Ну вот, а поскольку мне этого в 57-м году не хватало, то я считала, что надо этого как-то требовать, добиваться. Мы там писали письма депутатам, еще чего-то делали, объявили себе организацию, в общем, все это достаточно грустно кончилось. Моя родом из многочисленного семейства. Значит, ее отец Яникумас, литовец, преподавал математику в Геттингене. У него было 3 сыновей и 2 дочери. Старший сын отправился в Трансваль во время Англо-Бурской войны защищать буров. Второй сын отправился в Южную Америку участвовать в каком-то мятеже. Но третий сын был музыкантом и ничего не делал. Потом была моя мама, которая в 16 лет сбежала из дому, из Даугавпилса. Приехала в Петербург, на бестужевские курсы поступила. И вступила в партию большевиков. Это был 1910, по-моему, год. Вот. Потом она много чего делала. Потом она работала в наркомфорсе с Луначарским.
А в начале 30-х она решила уйти в частную жизнь. Кончила техноложку, произвела на свет меня в 39-м году. И потом работала тихо, мирно инженером. Ну, а потом она умерла от инфаркта после обыска в 57-м году. Обыск был у меня. В музее есть экспонат, который я люблю больше всего. Это гравюра. Гравюра взятия Нотебурга. Всем известная история о том, как Петр I, чтобы спрятать, собственно говоря, свои войска и корабли, приказал прорубить трехверстную просеку. И за одну ночь корабли были перенесены волоком в Малую Невку. Обычно на гравюре, вот в домике Петра I есть такие гравюры, там именно крепость. Потому что, конечно, нас и часто и подменяют, так скажем, крепости. На самом деле мы не меньшую роль в истории сыграли, наш город. А на этой гравюре как раз очень маленькая крепость. И все самое главное, внимание уделено городу. Вот именно весь город как на ладони. Вот эта деревня Лавровая, она была в Шлиссельбургском уезде, одна из самых крупных. И в отличие от всех других, еще здесь была лесопилка своя, как бы не то, что постоялые дворы там и так далее. Винные погреба там и карамельные фабрики, и пекарни. Вот. А называем мы ее местной страну Лавровию. И как бы тост у нас всегда за лавровчан, лавровчанок и страну Лавровию. Ура! Тут и предки жили, и деды, и прадеды. Ну, хотя изначально хотел быть летчиком, но на комиссии гражданской авиации там нашли повышенные светоощущения, то есть как бы у нормального человека одна диоптрия, у меня две. То есть я как кошка вижу в темноте, но очень долго привыкаю после ослепления. Ну, период адаптации происходит. Ну, и как бы не подошел. Ну, и пошел в печное училище, закончил его там. Работал здесь на Волго-Балтийском водном пути. Потом распределился в Красноярское речное пароходство. Там отработал порядка 3 лет на Енисее, то есть от Красноярска до Диксона. Возили разные грузы. Ну, а потом в связи с семейным обстоятельством пришлось списаться на берег, работать там. Ну, то есть, как у всех нормальных людей. А мечта, вот она подспудно все время жила. Ну, очень много снов снилось. Полет над тайгой, там, полет над морем, над океаном и так далее. Там облака, вот, вхождение в облака, там, ну и так далее. В прошлом письме я уже говорил вам, что всякий раз, когда мне позволяли место и обстоятельства на свободе и в заключении, я возвращался к своему любимому предмету – естественным и математическим наукам. Я думал, да и теперь думаю, что они не только облегчат труд человека и сделают его существование легким и счастливым, но и разъяснят нам все тайны окружающей нас природы. Вот эта вера в естественно-математические науки и некоторый запас знаний, когда я остался один, без книг и внешних впечатлений, и поддерживали меня в трудные годы жизни, позволяя уноситься мысли далеко от всего окружающего и даже забывать о своем собственном существовании. Понимаете, с человеком получается так. Вот он каким-то задуман. Да потом человек начинает себя глушить, заставляя себя быть не тем, что он есть, а быть тем, что нравится или пользуется уважением у окружающих. Я очень хотела заниматься зоологией, но потом поняла, что заниматься природоведением в наше время уже невозможно. Надо уже заниматься чем-то вроде биохимии. А это уже не так интересно, я просто зверей любила. А математика – это прекрасная игра, в которой играешь всю жизнь. Причем эта игра настолько увлекательная, что с какого-то момента кажется, что ты уже не ты играешь в эту игру, а, так сказать, игра тебя вовлекает, игра тебя включает и тобой управляет. Математика, она прекрасная, она высокая, она чистая, все правильно, но при этом это наркотик, это возможность убежать. И возможность, вообще говоря, не задумываться о том, о чем задумываться плохо, потому что, понимаете, с возрастом все чаще и чаще ощущаешь свою беспомощность.
А для меня всю жизнь ключевым словом было слово «преодоление». Преодоление внешних препятствий, преодоление препятствий себе. В общем, это могли быть самые разные препятствия. Ну, скажем, в юности я была жутко толстой. Мне нужно было это преодолеть. Я тогда за год сбросила 40 килограмм. Испортила себе на этом деле легкие. Ну, черт с ним, ладно. Все равно сбросила. Но важно не это. Важно преодолеть в себе способность жалеть себя. Преодолеть в себе жестокость. Нежелание слышать других людей. Преодолевать надо постоянно. Вообще человек довольно загадочное существо. Мы мало себя знаем, мало изучили возможности человека. Как поведет себя человек в экстремальных ситуациях? Каждый из народовольцев готовил себя к смерти. И оказалось, что смерть, растянутая во времени, такая медленное умирание в душевном одиночестве, вдали от родных и близких. И вот к этому не все были готовы. И оказалось, что и психика иногда человека не выдерживает. Многие здесь сходили с ума, многие добровольно уходили из жизни. Вот у нас соседняя камера, где покончила жизнь самоубийством Софья Михайловна Гинзбург. Тоже на пожизненное заключение сюда привезли, а через 2 месяца она понимает, что все, она сходит с ума. Попросила у надзирателя ножницы для подшивки тюремной одежды. Этими ножницами артерию на шее перерезала. Были такие случаи. А были случаи другие. Морозов Николай Александрович, Вера Фигнер, мы с вами знаем. И эти исключения, они пережили 20-летнее заключение и вышли отсюда, сохранившись духовными личностями. Вот к народовольцам сейчас отношение достаточно разное. И, конечно, это была террористическая организация. Но вы знаете, многие, как Морозов Николай Александрович, искренне изменили свои убеждения. Морозов стал марксистом, но он все равно политикой не занимался. После Шлиссельбурга он наукой занимался. И вот на этом поприще, конечно, славно послужил отечеству своему. Это ученый с мировым именем. Мой папа был в оккупации, но, правда, не здесь, это было на Украине. И все детство я слушала о том, как они, мальчишки, вредили немцам. Там, то они украдут у них сосиски, то они воровали у них документы. И поэтому, когда я пришла работать в музей, я сразу начала искать людей, которые были в оккупации. Потому что мои детские впечатления – это вот такие вот пионерско-комсомольские такие вот, такая борьба. Но я не представляла себе всю весь страх этой жизни. Здесь было очень много людей расстреляно. По документам на начало оккупации в городе было около 5000 человек, а через год 500 человек осталось. И вот история есть о том, как семья Лапочкиных собиралась совершить побег в Рождественскую ночь 41-го года. И больше всего меня даже потрясло не то, как они бежали, там шили маск-халаты, а то, что не то, что вот их обстреливали, осветив прожекторами. Сыну удалось бежать с отцом, а мать и дочь были тяжело ранены. И больше всего меня потряс тот факт, что немцы их взяли, принесли и положили на крыльцо комендатуры. Мороз был очень сильный, больше 20 градусов. Всем жителям Шлиссельбурга приказано было подойти. Они вышли из домов, в чем были. И всю ночь они стояли и ждали приказаний коменданта. Но приказание не последовало. Они всю ночь стояли и смотрели, как 2 раненые женщины на крыльце комендатуры замерзают. Вот панорама страны Лаврови с воды.
место мы называем Северная Венеция, потому что в любой момент конец деревни можно попасть либо на лодке, либо на автомобиле, либо пешком. То есть вся деревня раскидана по берегам реки Лавы, Новоладожского и Староладожских каналов. До того, как Петр I освободил Орешек от шведов, по реке Лава проходила граница со шведами. Справа были новгородские выселки, а слева была шведская сторона. Какая цапля стоит, смотрите. Оп, уже не стоит. А мечта, вот она в конце концов, она осуществилась. Я поступил в летно-спортивный клуб пилотом дельтолета. Вот я порядка 2 лет обучался, сдал экзамены, и потом потихонечку забрали мы с помощью клуба там самих себя аппарат летательный. 029-й летательный аппарат сверхлегкой авиации. Мы его ласково называем Крыжелет, потому что фамилия моего компаньона Крикунов, а я Рыжов. Вот, значит, как бы Крыж. Но народ его прозвал Крыжелет, но мы его ласково зовем Крыжелет. Что почувствовал? Было немножко страшно. Первый круг я сидел довольно зажатый, там, ну, то ждал подвох от себя, там, от летательного аппарата. А второй круг я просто пел, как бешеный, и не слышно было двигателя, народ кричит, ну все, Рыжов полетел, орет, как потерпевший, значит, все хорошо, ему все нравится. То есть я просто пел из-за острова Настрежень, там, такую дикую волгарскую казацкую песню, и так кричал, что даже двигатель. Я живу все эти годы главным образом своим внутренним миром. Если сохранил еще в себе живую душу и восприимчивость не только к печальному, то это только потому, что раньше, чем я исчез со света, у меня в голове уже много было научных вопросов, которые хотелось разрабатывать, и предметов, которые хотелось изучать. Вот окончу сейчас это письмо и снова на полгода войду в обычную колею. Морозов что вспоминал? Что человек, у которого не было какого-то потенциала заложенного вот в тебе, вот ты много читал, много учился, ты много знаешь, и тебе есть здесь над чем подумать. Открывать макрокосмос внутри себя. Вот что они здесь сделали. Если это называется медитацией, то да, это было. Он вспоминал, что при одиночном заключении целые страницы книг, когда-либо им прочитанные, у него как перед глазами стояли. Он все книги читал, не держа их в руках. И здесь, в Шлиссельбурге, действительно, он работал и написал много своих трудов. Когда его отсюда увозил маленький теплоходик в 1905 году, вот после этой амнистии, которая случилась, Николай II дал амнистию узникам Шлиссельбурга, то возил с собой несколько томов научных трудов, написанных им здесь. Это боевой ход. Я сначала получила образование техническое. Я думала, что я нет, не историк, не гуманитарий. И стала работать в одной из фирм медицинской техники. Счастья никакого я не чувствовала, но как-то смирилась с тем. Я просто стала думать, что это и есть жизнь. Человека, когда такого особого счастья, ты не чувствуешь удовлетворения от работы. И просто это были 90-е годы, когда моя фирма развалилась, я осталась без работы. И просто чтобы на некоторое время чем-то себя занять, пошла работать сюда экскурсоводом. И вот неожиданно что-то вдруг мне открылось такое. Я закончила музеевический факультет университета. И сейчас я музеевед и работаю здесь. И наконец-то знаю, что в жизни есть счастье. Кирпичные здания вдоль всей северной стены крепости идущие. Ну, попытайтесь посмотреть, что это арочная. Самая упругая линия. Упругая линия от начала до конца. А потом получается, что в нее нанизываются доказательства. Они нанизываются как орнаменты. И, наконец, то, что тебе было известно почти с самого начала, становится уже доказанным, правомерным, переведенным на общечеловеческий язык.
Но вот студенческие годы я вырезала на лекциях по общественным наукам. И вырезки были очень жесткие, очень злые, очень колючие. На заседаниях ученого совета, ежели я слышу то, что мне кажется откровенной чушью, я же не могу закричать: «Перестаньте говорить чушь». Нет, я сижу и вырезаю. И вырезаю не просто свое отношение к данному предмету, а вот каким я вижу в данный момент этого выступающего человека. Глупым, тщеславным или просто заблуждающимся. Все видно в вырезке. Они у меня злые, на самом деле, чаще всего вырезки. Обычно их хвалят за тонкость. Но я это ценю за выразительность, доходящую до гротеска. И для меня это постоянное занятие. И, кроме того, это не просто занятие. Понимаете, это способ очищения. Вот от злости, от раздражения, от возмущения, от сознания собственной беспомощности. От всего этого можно избавиться, вырезая. У меня отец военный, муж военный. И поэтому вот мы жили на севере, ездили. И вот потом оказалось, что нигде нас никто не хочет ставить на очередь. И вот Шлиссельбург нас принял. И мы были очень благодарны ему, потому что это первое наше настоящее жилье. Наше. Сначала приехал сюда муж, это было ранней весной. И он приехал и сказал: пока не езди, не надо. Как раз растаял снег, это были вот эти черные каналы, черные деревья, все такое безрадостное, лужи. А я приехала сюда в июне, это как раз вот эта вот зелень, ветерок с Ладоги свежий. Недостаточно много лет жить, здесь необходимо родиться. Как-то мы здесь встречались с ветеранами, и я говорю: вот я пригласила такую-то, а она не местная. Я говорю: как же не местная? Вот ей уже 80 лет, ее привезли, ей было 3 недели. Но она же не здесь родилась. Здесь вообще очень трепетное отношение к вот этой вот исторической памяти. Здесь вот Петр сам ходил, здесь вот Петр перебирался на лодке. Вот здесь очень трепетные петровские воспоминания. Деревенское воспитание – это маломальская крепость духа, маломальская невосприимчивость к внешним влияниям, ну, то есть, как бы, и людской молве, там, и всяким неприятностям. Далее человек все умеет делать своими руками, или что-то пытается делать своими руками. Ну, и любовь к родному краю – тоже немаловажный фактор. То есть я начал летать даже… Хотел очень посмотреть сверху на свои родные края, на свою родную страну Лавровию, как я ее называю. То, что ты видишь ежедневно, вот, ежечасно – это один момент. А то, что с воздуха, уже совершенно все по-другому воспринимается. Совершенно другое мироощущение. Я стал более миролюбив, я так думаю. Вот я как бы охотничал, да, и никогда мне не брало раздумья, там, стрелять, не стрелять. Сейчас я как бы… Я ружье, конечно, подниму, но я очень редко стреляю. И… Как бы думаю, что пора уже заканчивать с охотой, поскольку, ну не знаю, видимо, то ли приходит с годами мудрость, то ли немножко стал по-другому относиться ко всему, ну и к людям, соответственно. Вот уже кончается и лето. В мое окошко снова начала заглядывать желтая звезда Арктур, обычная для меня вестница близкой осени. Скоро в уголке, где я вам пишу, будут лежать сугробы снега. И от зеленых растений, среди которых я теперь сижу, останутся только сухие, поблекшие стебли. Прощайте же, мои дорогие. Целую вас всех множество раз. Ваш Николай Морозов. Это было последнее письмо. Через 3 месяца Морозова с товарищами освободили по амнистии из Шлиссельбургской крепости.